В Твери продолжают следить за качеством ремонта дорог и тротуаров в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Очередная межведомственная комиссия прошла в Пролетарском районе города. Ремонт на улице маршала Конева стартовал в июне. Подрядная организация провела работы по замене дорожного полотна на участке от улицы Первая Республиканская до улицы Бориса Полевого. За контролем качества выполненных работ следят не только специалисты департамента дорожного хозяйства, администрации города, но и представители общественности. Это важный участок нашего города. Это проездная дорога для всех жителей Пролетарского района. Новое дорожное полотно – это в первую очередь безопасность для всех участников дорожного движения, как для автолюбителей, так и для пешеходов. Межведомственная комиссия – это финальный этап ремонта каждого объекта дорожной компании. Согласно срокам муниципального контракта, работы по ремонту дорожного полотна на маршала Конева должны были проходить только в следующем году. Но дорожная компания этого лета проводится в динамичном режиме. Ремонт на большинстве объектов подрядчик ведет с опережением графика. По результатам межведомственной комиссии будет подписан акт приемки в эксплуатацию данного объекта. Работы на данном объекте выполнены с опережением графика. Также еще осталось в 2024 году выполнить работы по ремонту тротуаров. Напомним, всего в рамках двухлетнего муниципального контракта по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в Твери планируется отремонтировать 20 улиц города общей протяженностью порядка 25 километров.